«Куплю ваш минусовый аккаунт Pocket Option». Такими предложениями пестрят трейдерские паблики. Сколько же можно заработать, продав доступ к аккаунту со слитым депозитом? А вдруг это какой-то новый вид мошенничества? Это видео ответит на все ваши вопросы по продаже убыточных счетов Pocket Option. Пользуясь высокой популярностью брокера, мошенники начали активно продвигать собственные услуги по разгону убыточных аккаунтов Pocket Option до первоначального уровня баланса. Такие предложения можно встретить даже в соцсетях брокера. Случайность? Или брокер Pocket Option сам каким-то образом замешан в этих схемах? Для любого трейдера слитый депозит – большое разочарование. Люди часто избегают признания собственных ошибок и предпочитают цепляться за свои счета, веря, что уход в минус не настоящий, пока он не был зафиксирован. Боль утраты заставляет искать быстрое решение, способное хотя бы отчасти компенсировать потерю. Именно на это и делают ставки мошенники, обещая на форумах, в соцсетях и даже личных спам-сообщениях не только быстро восстановить баланс на слитом счету Pocket Option, но даже гарантируют стабильный заработок в будущем. Есть две причины, по которым слитые аккаунты у вас желают купить. Причина первая. На счету вами уже давно пройдена верификация, поэтому данный аккаунт раскрывает только вашу личность, оставляя в тени всех других участников любых мошеннических схем. Причина вторая. Брокер не очень пристально следит за выполнением пользовательского соглашения клиентам, пока сумма на счету не начинает существенно превышать изначальную сумму пополнения. Минусовый аккаунт в Pocket Option – гарантия того, что ваш аккаунт старого клиента еще долгое время не привлечет внимания службы безопасности. То, что зарабатывать при любых схемах перепродажи минусовых аккаунтов будут только мошенники, но не вы – это факт. Но все равно интересно знать, как именно они это делают. Что же, давайте рассмотрим наиболее распространенные схемы. Вариант номер один. Счет пополняете вы. В данном случае, после продажи аккаунта, вам будет предложено пополнить счет самостоятельно, чтобы начать раскрутку. Вас попросят пополнить счет на небольшую сумму с той же карты, с которой вы пополняли счет раньше. Дальше, после передачи доступов для раскрутки счета, к вашему аккаунту Pocket Option в лучшем случае подключат торгового робота, который откроет несколько сделок на турбоопционах, либо же вовсе. Все мошенники рандомно проведут несколько сделок на весь ваш депозит и будут ждать их закрытия. Если сделки принесут прибыль, это станет поводом для более крупного депозита. Если же сделки уйдут в минус, вам обязательно скажут не унывать, ведь это была просто настройка торгового робота под текущую ситуацию на рынке. Вариант номер два. Счет пополняет покупатель. В этом случае все кажется максимально безопасным. Вы вот-вот получите свои деньги обратно, ведь все, что было нужно, вы уже сделали, слив свои депозиты, и теперь осталось их только вернуть обратно с прибылью. К вашему аккаунту наверняка подключат опережающего котировки арбитражного робота. Эти роботы как бы заглядывают в будущее, успевая открыть сделку на повышение или понижение в платформе брокера бинарных опционов до того, как скачок цен фактически произойдет на платформе брокера. Такой способ действительно может раскрутить счет, ведь если повезет, можно попасть на довольно-таки длинную серию прибыльных сделок. Но будьте уверены, ваш брокер тоже знает об этом методе, и именно поэтому в договоре прописал прямой запрет использования любых стратегий и роботов, эксплуатирующих задержку котировок в торговле. Аккаунты, где доказано их использование, немедленно блокируются. Есть и еще одна теневая сторона данного бизнеса. Если в какой-то момент вы захотите продать свой минусовый аккаунт на Pocket Option, взяв деньги вперед, учтите, что вы больше не сможете контролировать процесс движения средств по вашему счету, доступ к которому добровольно предоставили третьим лицам.
Ваш счет может быть полезен ворам, которые пополнят его с краденой кредитки. Хуже того, он может быть использован для отмывания денег, что еще более опасно с точки зрения международного права. Как видите, реально заработать на раскрутке счета минусовых аккаунтов брокера бинарных опционов могут только те, кто предлагают эту услугу. Мы настоятельно не рекомендуем вам передавать свои аккаунты третьим лицам. Гораздо разумнее потратить больше времени на обучение трейдингу и разработать свою собственную прибыльную стратегию торговли бинарными опционами, научившись самостоятельно оценивать риски. На сайте WinOption Crypto вы найдете всю информацию и инструменты, чтобы грамотно и безопасно начать зарабатывать на рынке бинарных опционов и на криптовалютах, выбрать надежного брокера, узнать азы торговли, ознакомиться со свежими обзорами индикаторов и стратегий, получить практические советы экспертов по психологии трейдинга и подписаться на торговые сигналы. На нашем сайте есть все нужное для решения этих задач. Обращайтесь в службу поддержки сайта без колебаний и оставляйте комментарии к статьям и видео. Мы всегда даем обратную связь и будем рады ответить на ваши вопросы. Спасибо вам за внимание. Желаем вам хорошего профита и безопасной торговли.